Всем доброго времени суток. А мои макарошки еще остались на завтра. Чуть-чуть совсем сварил 2 или 3 дня назад. Я вот все ем. Так, ну что тут, вода закипела. Я как и говорил, но я сниму на телефон. Потом постараюсь, если не будет YouTube воспринимать телефон, этот скину на почту к себе. Не знаю, буду в городе. Сварю сейчас лапы на один раз. Или голос сразу. Нет, лап будет достаточно. Лапу сейчас сварю кашей. Тут получится 12 литров я налил. Ну, плюс выкипить это. Ну, хорошо покормить так. 4 на 2, 8 литров. Ну, да, останется. Самым голодным дам добавки и так далее. Ну ладно, канализацию починили, вроде как это. Но останется теперь сейчас привести мою кухню из беспорядка. Вот этот весь все убирать. Все теперь там. И это. И наводить красоту. Мне тут все намывать. Тепленько водички. Ух. Ух, ух. Вот. Ну, сейчас сварится, закидаем, пойдем покормим, остынет. На таком морозе сейчас уже 24, резко, сегодня, походу, дом аж трещит. Перепад опять идет сильный. Вот, я в 2 свитера, короче, одел сверху еще, помимо термобелья. Ну, и как вы думаете, я, конечно, в сапогах, этот ледяной пол вообще. Вот, а в доме сейчас посмотрим, сколько градусов. Так, шуруповерты. Такой бардак у меня тут. Где тут градусник был? Бананчики 3 штуки взял, если голодуха будет. А? Ну, чуть больше 10 градусов. Сколько? 11 градусов у меня в доме. О, тепло, в принципе, не минус. Уже радует. Старые пельмени, кстати, еще сварю. Мама дала. Говорит, лежат уже давным-давно. А ничего же не будет, да? Они вымерзли, небось. Ну, жалко выкидывать. Нет, этот собакам добавлю, пусть съедят тесто вареное. Жопу отрастят только себе. Короче, такие дела. Ладно, все, еще потом варить буду и пойдем кормить. Так, 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 ну что там? Ух! Ох, товарищ майор. Еще 1/3. Поставим еще один раз рису, мешаем. Ой-ой-ой, мешаем, огонь поменьше. Так, мне баллон надо растянуть, хоть чтобы не хватило дней на 10 с готовкой с этой собаком. Так, ну что тут. Сейчас включу свет. Ой, не видать что-то совсем. Так. Ячневая каша. Засыпаем желтый бульончик. Ну, всегда курица бульончик. Желтенький наварчик. Так. Мешаем сразу, чтобы в катушке не превратилось у нас яичко. Оставляем ее минут на 7-10 минут, даже меньше. Сейчас она вообще на минимум ставим. Ой, скоро все отмоется, вода, канализация, ура! Во. На минимально хоть кастрюлю вот это все отмыть. Кошмар. Загрязнился я совсем. С поломками и морозами. Будем готовиться к следующему году. Дай бог, если живы будем. Утеплимся, может, по возможности подготовимся к зиме. Все зависит от полноты кармана, поэтому... Как есть, так и живем. Жили бы богато, жили, я бы сказал, уже на Мальдивах мочили мартышек.
по пальмам бы скакали в одних труселях на каблуках. Так, 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 так. Ой, навались ты, Бодич. Ну что, любители пельменей? Мне теперь скажешь, вот что ты делаешь, да, выкинь лучше. Ну а что там, тесто да мясо? Ну какое, смотря там мясо. Ничего страшного. Геркулесину разварится. Вот такая вот сейчас будет каша с лапами. С ногами, с копытами, с куриными. Пельмешки эти, я не думаю, что они... Тесто, что, оно не вредное, что? Нет. Только что жопа будет расти у кого-то. А так, а тесто, да? Пусть. Ай. Ну что там, загустело? О, сейчас на улицу кашка получилась. У нас ящневая, геркулес, рис. И лапки куриные. И перемешки. Перемешки. А что не? Не пропадать же добру. Ёкарный бабай. Все. Тепло от кастрюльки тоже идет. Нормально. Сейчас вынесу, она остынет. Покормим. Мороз сильный уже к тридцаточке давит. О, сейчас чайничек. Чайничек поставим. Попьем чайку горяченького. Сейчас на улице 33. 32. Ну, вот такие дела. Ой, пойду кормить. Что морда? Сейчас под утро будет 35. А то и 40. Да? Вот так вот. Что хрустит, это он потом хрустит. Что заказывал? Пора. Да, морозит. Собаки ним покрыты. Ой, как все хрустит. Смотрите. Чеза выни. Чеза, тебе год. Ты знаешь об этом? Тебе год, Муся. Такая классная. Такая. Ты вся выния. Ческа. Чезе год. Иди, пойдешь? Иди. Сразу к белке пошла. Ты тоже выния. Да? Глотон. Ой, блин. Ай. 32. Да, да, тебе. Ровно год тебе. Да, моя девочка. Да, 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 да. Не прыгай. Куда полетели-то, руководительница больших и малых театров. Злат, ты чё? Таюр. Таюр. Опять две миски. Таюр. Облизывает его там. Чеза. Таюрчик. Ой, все хрустит.
Все трещит, да? На обороне сразу. Так. Лок, девки. И мальчишки. А также их родители. Каши не хотители. О, чеза. О, рычит чезота. Чего это, чез? Там же белка. А чё ты вся трясёшься? Ковёр тоже выни. Села. Там Златка ходит. Поешь, поешь, сейчас. Все вымени. Ну подумаешь, 32-35 сейчас под 40 будет. Ничего страшного. 35 будет на воде мы тут. Хотел пшённую сварить, но... Лап, слабко. Ух! Ух, какой! У меня даже нос все слипается. Телефон отключается. Вот и белка, стрелка, да? Бел. Иди, надо кушать. Блин, у тебя тоже все. Надо... У тебя болтик там. Иди ешь. Давай сделаем вот так. Потом ее надо на одному ее занести. Вот так ешь. Все наоборот. Что, горьковато? Лапу вытаскивать. Тоже выни все. Брови, ресницы. Да, я. Да. Все. И не смотрю. Моя девочка ждет. Мы там в соломе. Не бы все это согрелись. А я вас выдернул. Девочку, дай вытру. Ты сразу повела их домой на диван, да? Ты ладно. Да. Я смахнул тебя иней. Копыта. Куриные ноги. Копыта. Пушим. Что-то кушай, Влад. Кушай, кушай. Владка, чего ты стал? А? Ты чего? О. Покушает.
Клюв опустила и все, пылесосишь, да? Молодца. Так. Ешьте. Все хорошо одеты. Ческа, именинница. Да, мой хороший. Пойдешь гулять? Да? Хочешь погулять? Иди. Прочухай. И сразу всегда почему-то все на крыльцо. Каир. Ты что там? Каир. Каирбанчик. Давай. Чего ты меня зовешь? Домой? Иди ешь. Давай, давай. Туалет. Запах какие-то. Каюр, я долго. У меня все слиплось. И глаза, и нос. Каюр. Каюр, иди, иди на место. Будет он там вылавливать что-то. Нет. Чего? Иди на место. Ну вот ты издеватель. Издеватель. Умнички. Тягушки. А, Каир, он все в туалете. Тык. Так удобно, да, Бел? Иди, жопа. Мне так нравится, когда у нее жопа в этом, в тепле, там на соломе. Вот. А этот... А сама она это, на улице. Такая гордая, грудь, все. Эталон западно-сибирский. Каюр, иди на место. Давай, давай, давай. Все очень затрой. Молодец. Не пролазит. Заведу я вас домой. Потом, да. Слушай, чего? Охранять хочешь еду? Туда-сюда, все. Заедили. Вроде и гулять надо, и охранять надо. Да, белкуня? Все, повезу. Еду закрою. Чего ты, Злат? А что у тебя от мороза? Все равно будешь охранять еду. Чего ты хочешь выйти? Я вот сейчас всех вас выпущу, вы сейчас по норам забьетесь сразу. Потому что у каждой лежит своя еда. Злат, ты издеваешься? Вы все к этому месту подходите, что там делаете? Вот и все, охраняйте. Еда есть, все. Все, давайте, сильный мороз. Буду собакам все выключать. Пойду я тоже согреваться, никак я не могу согреться. Время ночь. Ну вот. Увидимся на каналах. Спасибо, что посмотрели. За комментарии, за поздравления. Чезу можете поздравить. Ей ровно год.
Рождена на 16 февраля 2021 года. 20-й год. Не хочу это 20-й год даже называть. Видите, как 21-й хочу, чтобы был. Все, всем пока-пока. Всем всего хорошего. Пошел я дальше, сейчас мороз крепчает. Все, слиплось. Нос, глаза, все, ресницы. Вот смотрите, как у меня волк даже инеем покрылся. Потому что теплее ничего одеть я не могу. Одел вот, вышел в парадной своей куртке. Вот. Потому что она с волком вот прям реально еще можно выдержать мороз. Вот, даже в перчатках пальцы офигевает. Все, всем всего хорошего, всем позитива, улыбок и так далее. Пишите комментарии, заходите в соцсети. Всех рад видеть. Всем пока-пока.